Привет, ты на канале Mr. President, и мы продолжаем прохождение Cyberpunk 2077. Окей, погнали. Папа упаляли. Почему у него сразу же плохо становится? Так, окей. А у вас тут ничего полезного нет? Так случаем просто. Ты плохи. Я к вашему главному. А чего вы тут производите? Кто это? Кто это? Курочка? Ну ладно. Кисауле. Мне казалось, продажа домашней птицы незаконна. Птичья чума началась 6 лет назад. А сейчас вдруг раз и закончилось. Это не на продажу. Чего ты хочешь? В часовне сказали с тобой встретиться. Я от мистера Хенса. Он сказал, у вас есть работа. Не здесь. Пойдем. А, пойдем, пойдем. Чтоб ты понимал, я уже за ним ходил просто. Но меня прервали. Куда мы идем? Пасифика? Что это? Клубок неразрешимых противоречий? Туне! Фунуте ее! Сюда. Огромный картинок. Туне на вилла! Кусте Пасифика! Может преобразиться? Кого они стреляют? Вот это Пасифика. А-а-а. Ты знаешь Пасифику? Нет. Вы не то, чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпораты кормят курицу. Она несет звонкие Эдди. На Эдди покупают больше куриц. Они с вертолета расстреливают. Отель? Нас интересует ГИМ. Grand Imperial Mall. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. А вон он прямо перевел. До прошлой недели он был заброшен. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. Спасибо, что прошел сквозь меня. Это было замечательно. Окей, нам правда не беда. Зачем так долго идти куда-то? Нам полно боевой полз. Мерси. Пошли, уже не дрем. Ты сквозь меня проходишь, заклебал. Ажудия. Мы утерли. Витамили, мембабли. Это нам просто новый район доступен. Допустим, допустим. Раньше имел дело с животными? Да, пару раз. Что-то такого вы не припоминаю. Хотите, чтобы животные ушли из ГИМа? Поэтому я здесь. Скоро сам все узнаешь. Почему сразу сказать нельзя? Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть? Спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько примерно их там? 30, может больше. Венина, нам сюда. Ты сиди. Как насчет ну давай, бежать? Посяду. Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. Не нравится мне все это.
Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. А чё вы своих в гим не пошлёте? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Что, знаком с ним? Мне это не нужно. Железо дрянь. Поменяй его. О, ты тоже в Рипперы записался? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Неважно. Он все равно поврежден. Как? Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация, карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Какая у меня конечная цель? Комьюнит. Двадцать тридцать пять ноль семь. Три секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда комьюнит приехал. Фургон явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Эй, я просто пытаюсь сопоставить факты. Навороченный фургон. Качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это важно. Фемепота. Сделаем перерыв? Там нужна твоя помощь. Они справятся. Ты молчи. Животные тут ни при чем. Они просто охранники, их наняли. Кто-то с полным фургоном нетранерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Угу. Начни с комьюнит. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключил тебя к Загве нашей сети. Что? Зачем? Через Загве я буду слышать то, что ты слышишь, и видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через гим. Еще один голос в башке. То, что Риппер прописал. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. Okay. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мы закончили. Окей. А почему не показывают туда еще попасть можно? Здесь закрыто. Я просто хочу осмотреться. Так, это на лифте вниз, понятно. Но сюда я не хочу. Зачем они сделали, что они заперты, и типа я ничего с ними сделать не могу? Ладно, в общем, вроде ничего интересного нет, погнали. Подвал? Ви? Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Угу. Вроде да.
Как-то странно мне показывает идти, но ладно. А я могу здесь вызвать уже тачку? Хочешь разбиться? Сначала сделай работу. Хоть ты нудный, а? На 500 метров добираться. Здорово. Ой, дайте тачку. Какой наглый, конечно, ребята. Точил кто-нибудь, дайте, я доеду. Да, вызвать. Еще 2,5 километра от меня. И подъехать он не может, да, конечно же. Ясно. Ладно, возьмем тачку. Дай тачку. Спасибо. Так, тут нам надо развернуться бы. Мне кажется, на тачке всяко будет проще. Ну, если, конечно, тачка будет нормально ехать. Сорян, я не специально. Это не было в моих планах. Почему хочу-то разбиться? Чё они собирают? Думаю, что я что-то пешкодралом пойду туда? Подожди, я видел, что вот через парковку вроде как проехать туда можно. А, не, и тут можно. Ладно, погнали тогда здесь. Я снова с вами, Найт-Сити. Ну что, как день проходит? Это мираж? Голограмма? Нет, друзья мои, это ясное безоблачное небо. Но не верьте мне, идите и убедитесь сами. Блин, я говорю, внедорожник, единственное, что здесь нормально управляется. Это мои люди. Поговори с ними. То есть он хотел, чтобы я пешкодралом шел до них? Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да, в гараже. Сзади. Только тсс, тихо, ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь, все тихо. Кто входил, выходил? Ну, они выбрались за едой один раз. Значит, в гараже. Зончик, конечно, такой. Чего ты ждешь? Любую с видами, блядь. Ну вот еще не видишь, что я еду вообще-то. Массы много не бывает, чувак. Качайся, пей сок и не отрывайся от стола. Я думаю, что мы, короче, как обычно, зайдем через военный способ. Так. Что нафига? Так, там у кого-то ППшки снимаются вроде, да? А голову я не советовал бы вытаскивать. Окей, что у тебя есть? Все собрали, да? Воу, кто это? Так, что у нас с ППшками? А почему я не вижу-то у нас? Окей.
Влазь давай. Не торопимся. Серьезно, сквозь препятствия можно пробивать? Серьезно. А кто там еще-то? Кого там увидел? Дай пистолет взять. Отлично. Так, у тебя ничего интересного, да? Разобраться я могу? Ну так мне не надо вообще-то. Нет, я понял тебя. Так, твой пистолет не нужен. Этот можно взять. До свидания. Так, мне бы засейвиться. Так, случайно. А что, не сохранилось? А, все отлично. Потому что опасная зона, это понятно. Обязательно, когда-нибудь, но не сегодня. Сейчас-то я личико тебе раскрашу. Как ты увидел, где я нахожусь? Блин, мне нравится через стены стрелять, это как-то по-современному, не? О, мотоциклы. Нам свидетели не нужны. Я что, я могу кататься на этом мотоцикле? А зачем это не стоит, если я не могу на них покататься? Мусор? Не нужно. А ну хотя можно, конечно, взять просто, чтобы разобрать все белое. Так, окей. Вот там и нашли. Я внутри. Вижу. Проверяй камьюнет. Ладно. Так, я так понимаю, надо забраться кто наверх. Заброшен. Теперь уже нет. Животные починили. Не лезь, наблюдай. Оставь их. Они меня засекли. Быстрей, проверь кабинет. Че, типа, можно просто не успеть проверить, что ли? Допустим. Мы не сдаемся! Никогда! А что, они все еще видят меня? Блин, это идеальное оружие, просто идеальное. Да, конечно, буду я по одному убивать. Мне как нравится, так я буду делать, понял? Так. Я всех все собрал? Не хватит все, чтобы... Не хватает, чтобы открыть. Блинский. Так, один... Ага, все, я понял, короче, как это делать.
На БД, понятно. А, ты чё? Всё? Странно, это, конечно, сделано так. Чего не выполнено-то? Е9 и БД. Отлично, я открыл. Так, окей. Мне-то... Агент хочет тебя отрезать. Окей. Что-нибудь еще? Я ожидал немножко больше сопротивления, как будто бы. Где вы? Вот что мне скажете. Это такой засвет, что ничего не видно. Оу! Он так упал. Так, куда я прятаться? Все соберу. Это серьезно, что? А где еще кто-нибудь? Я просто не вижу движения. А что здесь валяется? Разбитый робот? Так, новый предмет, отлично. Отлично, зелень. Так, там... Я туда пока что не готов пойти. Здорово. Допустим. Так, я видел, еще одно бежит. Где эта цепочка? Лови. Блин, все, короче, простреливающее оружие здесь просто идеально. Вообще без разницы, где они находятся. Да-да-да, удачи. Просто идеально вообще. Так, окей, это мы собрали. Я думаю, что надо зайти, короче, сверху к ним. Просто не хочу идти прям так на рожон совсем. Ой. Допустим. И пойдем отсюда, короче. Еще есть ребята. А нельзя прицел повыше поставить? Ну, пожестче поставить. Я в том плане, что я... Чё? Где кто-то? Никого не вижу. Где? Я разложил уже кого-то. Оу-оу-оу-оу-оу. Здорово, ребят. Ловите. Лови. Чё? Идеальное оружие, просто идеальное. Меня ранили. Кто тебя ранил? Где тебя ранил? Кого из вас? Да-да, здорово, ребят. Сейчас найду, не волнуюсь. Так. До этого я не дотянусь. Все, заметил вас, ребята. Ловите. Ловите. Все. Так, его сейчас добьет, да? Так. Один уже тут. Блин, просто угар, реально. Ну это же вообще нечестно так.
То есть оно и быстрое. Оно и пробивает сквозь стены. Да хватит, тоже расслабься. Кто-нибудь еще? Кто-нибудь еще? Ну вот он здесь же, да. Так, и еще один там, мне кажется. А, вон он мне. Еще один. Вам прет. Почему не простреливает так? Ладно. Следующий. Пока что придется. Че, все? Так, а, еще один здесь. Окей. Ну что, мы типа со всеми разобрали, что ли? Так, окей, вот это, конечно, наверное, тут накидал трупешников. Так, ладно, туда не дотягиваюсь пока что. Раз деньги валяются. Так, окей, ладно. Давай вылечимся на всякий случай. Да вижу, я вас вижу. Так, окей. Ой, что происходит-то? Вы перегружены. Очень вовремя я перегрузился. Да я видел. Дай мне пройти. Мне просто нужно уйти. Максимально быстро. Для того, чтобы быстро все скинуть. Окей, а, значит, где у нас там? Все находится. Окей, снаряжение. Нет, не снаряжение, по-моему, в рюкзаке, да? Все, что белое, в принципе, можно сразу сливать. Так, разобрать. Нас белое вообще теперь не интересует. Снайперку тоже разберем. А, зеленую. А, теперь зеленые пошли. Ну, что поделаешь. Сложка еще зелененький, ладно, так. Пока что, наверное, нам хватит. А, я хотел бы в снаряжении, короче, посмотреть, можно ли поменять ему какой-то другой прицел. Так, есть, отлично, есть. Какая у меня сейчас дальность? 5 метров. 3. 1. 1. 1. 1. 1. Короче, это в среднем лучше всего. Окей, так. У нас снова появилось. Серьезно. Так, я помню, что надо это снять. Как там у нас снять? Так, убрать, отлично. Значит, у нас новый шлем есть, который дает чуть больше брони. Пускай будет это. Так, что у нас там? Новая курточка какая-то более... Так, это, я помню, у нас уровень надо поднимать, это все остальное... Это все ясно. Так, новые штанцы. 27 единиц брони. Чуть-чуть. Ну окей, хоть на стиле. Но набор одежды. Ну мы пока что гоняем набор одежды, потому что у нас нет ничего такого более радикального. Мы конкретно, короче, как-то видим. Как охранник.
Так, окей, мы больше не перегружены, насколько я понимаю. У нас полная хпшечка, и мы можем спокойно идти дальше. Окей. Ну вот это было четко. А как ближе приближать-то? Не понял я. Кто-нибудь? А то что такое? Чего? Что такое вообще? Ну ладно, ладно, я вас понял. Кто-нибудь есть еще? Бесполезно, конечно. Но угарно. О. Или я так сам себя просто кашу. Власти. А, нам обязательно вниз, ну ладно, вниз так вниз. Здорово. Ой, спасибо большое. Кто-нибудь еще? Окей, вижу фургон. Так, я у фургона. Не стой, там, нет, мы нет. Сначала зачистим все. Уже бегу. Сейчас, подожди, я сейчас соберу у них. Тогда подключусь, не волнуйся. А то у них вон сколько все валяется. Там они хранят оружие прямо здесь. Типа это как-то странно, не? Так, что это? А, пин-коды, понятно, ясно, ладно. Это нас мало интересует. Так, здесь мы все собрали? Так, отлично. Здесь все собрали. Просто лутаемся люто. Ну все, вроде все. У нас эта фигня, даже бегать не могу. Ну ладно. Что ж, я думаю, тогда по времени, короче, пока что остановимся. Раз уж мы это все сделали, то, в принципе, это все замечательно. Спасибо за просмотр, ставь лайк, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, в Инстаграме. И, конечно же, следи за продолжением. Пока-пока.